каждого своей дорогой. И каждый, вот кто сейчас свидетельствовал, и все говорили, у каждого свои трудности. Мы просим для себя полегче, Толи. Молитву шепчем Богу, чуть дыша. Но так устроен мир, что только в боли растет и развивается душа. Чтоб боли нам тоже во благо. Я так Богу благодарна, что я в этой стране, что Бог мне подарил столько таких прекрасных сестер. Благодарю Господа за Аленочку, что она маленькая, да, незаметная, но столько много делает дел, и что она начала этот молитвенный труд. И Бог видел мое желание, как мне хотелось одеться, что-то делать, несмотря на мои болячки, старость и так далее. И для меня это большое счастье, что вы мне есть, что я могла продолжить этот труд. Я очень радуюсь. И у меня для вас, сестрички, стихотворение. Такие, девчоночки, вы просто прелесть. Шедевр божественной любви, очарование и нежность. В сердцах сестер переплелись. Такие люди, как подарок, и не заметить их нельзя. Пусть будет жизнь прекрасной, яркой,